Елка для умников и умниц. Сегодня в Театре Мастеровые состоялась первая новогодняя елка мэра. 300 старшеклассников, в числе которых победители международных, всероссийских и городских олимпиад, а также отличники учебы, побывали сегодня на комедийном спектакле. На каком? Расскажем в репортаже с места событий. Позади у ребят учебное полугодие. За 4 месяца эти школьники преуспели в учебе, за что были награждены приглашением на новогоднюю елку мэра и сладким подарком. В ожидании спектакля гости не приминули поделиться своими достижениями. Я давно не была в театре, поэтому я думаю получить какое-то эстетическое удовольствие и насладиться представлением. Я защищал свою школу в ряде олимпиад, в 4 или в 3, я уже точно не помню. Вот. И у меня хороший показатель успеваемости. Вот. И активность вообще в городских мероприятиях и внутришкольных вот, были вознаграждены походом в Мастеровые. Сегодня на елку мэра были приглашены лучшие дети нашей школы, школы номер 19, 10 человек. Очень хорошо, что именно в Театре Мастеровые для старшеклассников организовали такое замечательное мероприятие – встреча Нового года. С наступающим вас Новым годом! Успехов, чтобы вы хорошо отдохнули во время зимних каникул, и все живые и здоровые вернулись и начали второе полугодие 2016-2017 учебного года. Да если бы я пенсии так не покутил, стало бы денег доехать домой. В качестве подарка в этом году руководство города решило подарить билет в театр на известную со школьной скамьи комедию Гоголя «Ревизор». Это одно из любимых произведений учащихся, отметили в театре. Поэтому сомнений в том, что подарок понравится, ни у кого не возникло. Да какое вы имеете право? Да я служу в Петербурге! Малышей на новогоднюю елку мэра пригласят 21 декабря. Для них в ДК КамАЗа состоится премьерный спектакль «Малыш и Карлсон». А 26 декабря в ДК «Энергетик» будут ждать детей с ограниченными возможностями здоровья. Кристина Маматова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.